Ну а производители тех самых сладких благодарностей сегодня провели фестиваль осолодки фабрики «Коммунарка» и «Спартак» организовали на центральной площади Могилева праздник, непременным атрибутом которого стали шоколадные карамельные лакомства. Не забыли навестить один из могилевских детских домов. Владимир Семкин наблюдал и дегустировал. Гости в первом детском доме Могилева явление обычное, но, пожалуй, таких сладких посетителей еще не было. Причем «Коммунарка» приехала в усиленном артистами составе. Финалистка детского Евровидения Лидия Заблоцкая, популярная молодежная группа «Герои». Праздник получился не только сладким, но и музыкальным. Сегодня вот этот праздник еще раз показал, насколько все-таки, наверное, и нашим девчонкам не безразлично, как общаться. Они умеют это делать, они очень открытые, они доверчивые, они очень много могут о себе рассказать. А самое главное, вот такие встречи дают возможность и во всеуслышание заявить о том, что все-таки дети-сироты еще в нашей стране, они имеют очень большую поддержку. В то время как старшие воспитанницы детского дома атаковали артистов просьбами об автографе, младшие деловито разбирали подарки. Искусство искусством, а обед по расписанию. Конфеты пробовали? Да! Такие благотворительные акции для «Коммунарки» – дело обычное. Более того, конфетных дел мастера считают это прямой своей обязанностью. Мы работаем с успехом, и поэтому этим успехом делимся непосредственно своими ближними. Как не с детьми нам сегодня поделиться? Поэтому именно благотворительные акции – это является неотъемлемой частью работы нашего предприятия. И сегодня посещение детского номер один в городе Могилёво еще раз подчеркнуло, насколько, с каким ждут взрослых нас эти дети, как приятно им дарить подарки. И здесь на самом деле душа всего нашего коллектива. Девчонки из детского дома стали далеко не единственными в Могилеве, кто сегодня получил сладкие подарки. На Советской площади города развернулся республиканский кондитерский фестиваль «Осолодки». Все гости могли не просто продегустировать продукцию «Коммунарки» и «Спартака», но и поучаствовать в конкурсах. Победители, естественно, получали сладкие призы. У нас созданы все условия для развития предприятий, для отдыха людей. Поэтому сегодня задача производителя не просто производить продукцию, но вот такие устраивать праздники, как мы сегодня. И подчеркивать, что сегодня белорусское качество – это наивысшее качество. И пропагандировать среди своего населения. Сладости и музыка. Что может быть лучше для детей, да и для многих взрослых? Качественным сладостям соответствовало и музыкальное сопровождение. Артисты белорусской, российской и литовской эстрады радовали гостей до темна. Владимир Сомкин, Василий Фаталиев, агентство теленовостей «Могилев».